Так, дождались мы наконец-то просвета в облаках. 21 марта 2021 год, 12:15 по Киеву, в Харькове. И вот она, наша красавица Луна. Не видать, да? Сейчас поправим. Просто-таки великолепные выходные. Вчера снегопад, а сегодня Луну сняли, Юпитер с Сатурном. Это я снимаю с балкона, увеличение 125 крат, и так подо мной пол шатается. Под моими 100 килограммами веса. Передается это на штатив. Сейчас остановку отойду. Ну, Луна ночью, конечно, поярче смотрится, поконтрастнее. Но учитывая, что очень мало у нас было возможности, очень мало у нас было возможности поснимать зимой. То тучи, то морозы. Я доволен этим. Так это я выдержку меняю на ходу. И отсюда такие перемены в освещенности. Не знаю, как будет лучше выглядеть это. На мониторе. Да, ну даже с резкостью поиграться не получается, потому как очень плохо видно. Нет контрастности. Хорошо. Если повезет, вечерком еще снимем.
на сереющем небе это будет, на темнеющем, на закатном небе.